Хапай Nokia 3 на Android в комфі за 389 гривень на місяць. А ось остання музична варіація від Микити Шевчука та Іллі Валянського буде відбуватися у домі самого циганського барона. Блін, сколько золота! Я в первый раз вижу бюджет України. Чувак, это только коридор, прикинь. Ага. Вы позарились на самое дорогое, дочь цыганского барона. Теперь вам предстоит... Что, украсть ребенка? Мозги себе укради. У нас своих полно. Чтобы завоевать дочь цыганского барона, вам придется сразиться в цыганском Айнене-батле. Чел, что это такое вообще? Это 2017. Порхай как бабочка, читай как Eminem. Мы знаем, MC, это мы можем. MC подлиннее, да. Представься. MC Никита, смотрел все серии «Кармелиты». Ну что, дело к ночи. Представься, MC, покороче. Окей, MC Валянский, а как конь цыганский? Ну что, докажите, что моя драгоценная дочь вам кому-то достанется. Легко, давайте качнем. Первый раунд! Пошумим, Айнене! Раунд! Я Никитос, высокий рост, мучу лавандос. Работник года в конюшне, упирал навоз. Не знаю как, но дочь барона меня покорила. Решила украсть мое сердце, но сначала мобилу. Уверен, точно буду принят ее отцом. Я ради нее зуб переплавил на кольцо. Давайте пошумим. Я ради нее готов украсть букет красных роз. А для будущего тестя гель для волос. Привет, зеваки, перед вами Илюха Валянский. По линии сестры отца кровей цыганских. Я настолько ров, что коммуналку не плачу я. Поэтому уже год я на вокзале ночую. Бывал в Испании, потом в Париже завис. У нас цыгане, как вы знаете, всегда без виз. Поэтому, как ни крути, у меня шансов больше. Я буду рвать тебя, высокий, как клубнику в Польше. Сочно. Ай да красавцы, ай да молодцы. Порадовали душу цыганскую. Только не могу понять, кто из вас лучше. Карлик или дылда? Слушайте, а есть у кого-то квартира, может, в центре Киева? Нет. Жаль, так бы батл могли бы уже и закончить. Но тогда пусть победит смешнейший. Давай, второй раунд. Давайте все вместе дадим шуму. Ты не цыган, у тебя слишком слащавая мина. Ты не смог в магазине украсть даже конину. Дочь барона – это планка, ты не сможешь ее достигнуть. Чтобы ее поцеловать, тебе нужно подпрыгнуть. Я даже не буду смотреть на твои ладони. Малыш, ты не крадешь коней, максимум пони. Да, ты высокогорный, но все же олень. Твоя задача одна – снимать котят с ветвей. Твои руки нужны лишь для селфи в айфоне, а твои ноги мешают всем в плацкартном вагоне. И напоследок я скажу – ай-на-не-на-не! Вот лошара, держи свое портмоне! Ну что, теперь, эминемочные мои, вам придется в финальный батл потягаться со мной. В смысле? Братан, мы не будем с тобой батлиться, это не стайл. Йоу! Тут, по-моему, у кого-то линия жизни в копчик уперлась, да? Диджей, дай-ка бит. Очи черные, очи страстные, у меня дочка. Барона, это вам не шутки. Нужно быть наглым, как водитель маршрутки. Нужно быть дерзким, как бабки у подъезда. Как внук с лопатой на даче. Полезным. И чтоб удивить цыганского барона, нужно стать единственным из миллиона. Че!
Золотые вы мои, порадовали душу мою цыганскую. Это все, конечно, хорошо. А кто победил из нас? Алло. Ай-яй-яй-яй-яй. Пока мы тут с вами батлились, у меня семья пополнилась еще на 3 дочери. Так что делать будем? Поэтому ждем. Ждем, пока вырастут? С ума сошли. Пока финал не закончится и кто-то из вас квартиру не выиграет. Где я семью селить буду? Хитро. Вот это хитро. До свидания. Ну что, ребята, самое главное, было смешно. Было смешно? Да, я вам скажу, отвечу вашими же словами. Хорошо вы, ребята, оба репчик почитали. Я вам обоим выиграть квартирку желаю. Давайте поблагодарим Даниила Улицкого. Дай бог ему здоровья. Спасибо. Удачи. Ну что, друзья мои, это музыкальный конкурс, поэтому вы как все-таки музыкальный человек. Ну, скажем так, хип-хоп — это тоже часть музыкальной культуры. Да, и уметь говорить в ритм — это тоже нужно уметь. Внятно уметь говорить — это вообще уже вышаг. То есть, ребята, если даже что-то с комиком не так пойдет, то можно какой-нибудь, знаете, рэп-коллективчик забабахать. Впрочем, единственное, чего мне не хватило в вашем номере — медведя. Вот он. Вот. Какой цыган без медведя на полу? Это такой медведь, что он кабан. Ну, раз у Ани все сложилось, и у нее даже есть медведь в номере, я прекрасно. Друзья мои, более наглее надо было все-таки быть. Все-таки вы же рэперы, более наглее. А так, молодцы, еще раз говорю, это неожиданно. То есть все было хорошо. Спасибо, ребята. Спасибо вам. Спасибо большое.